Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Слипкар». Ссылочка в описании. Ребята, еще сегодня ночью мы ночевали в диком месте, где всего. Когда мы приехали, стояла одна палатка, мы были вторые, и ночью приехали третьи. Посмотрите, как тут. Вот это высохшее озеро, вот название. Видите? Ничего. Вот такая вот коса, где нету ничего и никого. Вот такие места мы, ребята, для себя открываем. По-настоящему дикие. Нам от таких мест, ну, очень кайфово. Здесь действительно происходит уединение и наслаждение от моря, от природы, от солнца. Посмотрите, как оно светит. Вот так вот, друзья, мы проделали большущий путь по Крыму и продолжаем. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на канал. Выпуск автопутешествия по Крыму с палаткой, с двумя детьми, на машине, с женой и со мной. Ну и, конечно же, с вами, друзья. Погнали дальше. В общем, ребята, из этого места мы двигаемся в Поповку, в Мирный. Все классически через Евпаторию, дорогу вы уже видели. А вот где там разместимся, пока неизвестно, поэтому чуть позже я вам покажу. Ребята, мы в Штормовом. Погнали, покажу это интереснейшее местечко. В общем, ребята, вот такое вот Штормовое. И что еще хочется сказать про Штормовое. Вот смотрите, сейчас понедельник, будний день, и никого. Видите, по эту руку нет никого. И по эту руку тоже нет никого. На пляже никого. Понимаете? Сегодня ночью мы ночевали почти одни. Вон там ребята только стоят. И вот тут за кустами палаточка. Все. Выходные это место превращается просто в жесть. Вот мы вчера здесь стояли, здесь вот все было усыпано машинами, палатки, тут палатка, тут. Тут просто как грибы вырастают палатки, потому что приезжают все местные отдохнуть, покупаться, зарядиться, перезагрузиться. И здесь для тех, кто приезжает надолго, вот как мы здесь постояли 10 дней, отдых превращается в жесткую дискотеку до утра. А теперь поехали в Мирный. Погнали. Вот так вот, ребята, выглядит этот пляж с дороги, с так называемой дороги.
ребята, выезд с пляжа. Сейчас я вам покажу магазин, в котором... Так, вот, ребята, вот этот магазин. Здесь цены более-менее адекватные. Здесь также можно набрать водички и хороший выбор. Пойду набирать воду. Так, ребят, смотрите, вот это вот центральная улица в Штормовом. Вот вам ее покажу. Здесь до Поповки рукой подать. Ну, буквально, если по дороге ехать, то километров, может быть, 7. Но можно поехать по косе. Мы сейчас это сделаем и, соответственно, покажем вторую сторону, где можно отдыхать в Штормовом. Мы изначально, когда заехали, туда прокатились, нам там не понравилось, там было как-то, ну, не так комфортно, что ли. Вот вторая точка, где можно воду набирать по 2 рубля. Возле магазина «Кефир». Так. Вот она пошла. Дорога, то есть вот туда, вот там как раз вот этот пляж городской. Вот. О, какая здесь спортивная площадка есть. Ничего себе, спортивная площадка. Я тут построил. Так вот, по традиции Крыма, просто ни с чего заканчивается дорога. Начинается непонятно что. Начинается озеро, и вот она пошла, коса. Получается, у вас слева море, справа это озеро. Тут, ребята, лечебные грязи, здесь вот все залетают сюда, видите, вымазывают с ног до головы и потом идут вот в это озеро, отмокают. Вот видите, здесь тоже люди стоят, проходы на пляж, достаточно много кустов, но нам немножко тут не понравилось, поэтому мы расположились на том, на той стороне Штормового. Вот пошел съезд прямо на пляж. Вон, видите, люди так стоят там. А мы поедем дальше. Попробуем по этой косе попасть в Поповку. Не знаю, что получится. Вы вместе с нами сейчас посмотрим. Так, так, обед, наверное. По Яндексу смотрел, вроде как бы есть вот эта вот дорога песчаная. Посмотрим. Так, мы едем за трактором, скорее всего, он едет в Поповку. Ну, не точно. Я не знаю. Мне кажется, трактор просто едет туда. Ну да, и вот и все, мы попадаем, друзья, с вами в Поповку, да, вот на высушенный лиман.
ребята, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Спасибо, кто поставит лайк, подпишется на канал, на колокольчик, все дела. Жду от вас комментарии. Дарю вам этот потрясающий закат. Смотрите.